рассказать. Тоже я не замечала такого особенного действия, но я бегаю, и когда вот это вот течет пот, а тут прохладно, и вот это как называется? Переносится, когда заболевает. Гайморит. Вот, и у меня как-то прихватило, я простудила вот это место. Знаете, этот браслет, он аж, я лежу на подушке и думала, что у меня будет падать. Думаю, как бы за уши, что ли, завязать. Знаете, он как вот вошел вот в это состояние. И одновременно со мной коллега одна еще там простудилась, она лечилась традиционно. Без браслета, там небольшое количество БАДов. Результат у нас совершенно разный. У меня все это прошло, я совершенно опять дышу нормально. Она делала проколы и долго болела, потому что возраст тоже такой вот, как мой. И, в общем, ничего позитивного у нее не вышло. Я на этом браслете вот буквально отсмаркивать стал, вот всю эту вот воспалительный процесс снимается. На шее, когда я сверну шею, когда много упражнений, вот шея. Туда я кладу два, женский и мужской у меня дома. И совершенно замечательно успокаивается, уходит боль. Насчет беременных. У меня Настя, когда была беременна, тогда был у нас не такой браслет, а у нас был другой. Креатив. Да, другие темы. Но не суть. Она одевала это колечко, там такое колечко было, и в руку брала. И замечательно спала вместе с малышом. Изумительно спокойный ребенок. Вот когда беременна, не повернуться, не развернуться, там как-то тревожность какая-то возникает. Она всегда спать ложится, на такой маленький, сама человечек. О, можно я в ладошку вложу, и они вдвоем с этим прибором и с малышом совершенно замечательно себя чувствуют. Так что у меня другое ощущение беременности. Мне кажется, что он поднимает ритмы, вот, которые внутри ребенка, и ритмы внешние, он их немножечко гармонизирует. И получается такое хорошее взаимодействие между мамой, ребенком и ребенком вместе вот, с окружающим. Так что замечательное у меня ощущение. Ну а перелом у меня вот левой руки был, я уже забыла, какая левая, какая правая. Мы 5 кубометров дров на даче крутили там. Я с такой удовольствием работала, а потом вспомнила, что у меня рука-то вот именно... Не так давно была ломаная. Совершенно, да, кстати, замечательно. И никаких последствий. То есть я безмерно благодарна, что думаете такая вот возможность. Не врачебной темы, а хорошей.